Как-то мы очень так спорили вот по поводу красоты женской, и мне супруг сказал, что где-то вычитал, и очень согласен с этим, что мужчина, который выбирает красивую женщину, у него нету просто фантазии. Потому что я начала ругаться, но я же неплохая. Вот. Но красота – понятие растяжимое, как и все остальное, что нас окружает, и то, что мною воспринимается как красота, оно может быть не очень симпатичным для другого человека. То есть у каждого свои внутренние подкорка, подсознание, то генетический фон и все остальное. Там, да, действительно, например, там какая-то там чернокожая девушка может выбрать другого совершенно человека, там, да, чем девушка финка. И это нормально, почему ей нравятся те или иные. Поэтому красота... Именно вот такая внешняя оболочка, это очень относительно. И может, кстати, меняться через какое-то время, определенное количество лет, там тебе нравится. Мне нравились темные мальчики, сейчас мне нравятся светлые мальчики. Вот, я не знаю, это от чего зависит, что-то произошло. Прожила 20 лет в Москве, и дальше нравятся светлые мальчики, да, и так далее. Поэтому очень важно, что... Ну, это опять-таки не хочу показаться банальным, но все говорят, и я в том числе искренне считаю, что раскрывает человек рот, и ты понимаешь, чем он обладает, что он имеет внутри, и насколько он искренний или неискренний, и что его движет. Очень важно, чтобы человек сам внутренне понимал, куда он идет и для чего он это делает.